Dann gehen wir die Technik nach durch. Als erstes визуализируем, понятное слово? Eine Sonne. Солнце. Und diese Sonne stellen wir ungefähr so 50 cm vor. Это солнце находится от нас примерно 50 сантиметров от нашей груди. Wichtig ist, dass ihr nicht einfach nur eine leuchtende Scheibe oder sowas, sondern ihr spürt die Wärme, ihr spürt die Kraft. Очень важно, чтобы вы обратили внимание и визуализировали не просто кругляшок желтого цвета, который сияет, а чтобы вы чувствовали, что вы знаете, какая энергия у солнца, и вы чувствуете это тепло, сияние, ну, красиво, да? Приятно посмотреть и почувствовать. Also ihr spürt sofort, wenn die sozusagen vor euch ist, ihr spürt die Veränderung. Das wird чувствовать, как только она появилась, что она с вами контактирует, у вас коммуникация пошла. Dann после этого geben wir in diese Sonne, die vor uns wie ein Fußball sozusagen dreidimensional schwebt. После этого мы даем в это солнце определенные названия, то есть кодовые слова. И видим, что это солнце, оно крутится как 3D-мяч. Geben wir drei Codierungen. Мы даем три кодовых слова. Das müsst ihr jetzt in Russisch. И эти вы запишите на русском, вот где три слова в середине. Erstens, первое. Norm, норма позвоночника. Der Wirbelsäule. Норма позвоночника. Первое. Also mit Norm ist immer die göttliche Norm gemeint. То есть, если мы говорим норма, то это всегда является как божественным, божественная норма. Also das Optimale. То есть оптимальное. Ja. So wie es Gott wollte. Так, как Бог хочет, как Он планировал и хотел. Zweite. Второе. Norm des Nervensystems. Норма нервной системы. Das, was immer vergessen wird. И очень часто забывается. Номер 3. Номер 3, который забывается часто. Absolute Lebensfreude. Абсолютная жизнерадостность. So richtig. Абсолютная жизнерадостность. Dazu muss ich euch eine kurze Geschichte erzählen. Ich muss mal ein bisschen ausweichen. Я должен это рассказать, и мне говорит весело. Шесть-семь лет назад waren wir in Odessa. Были мы в Одессе. Da waren mal bestimmt 400 Menschen. Там было наверняка 400 человек. Vorne saß Петров. Und, перед, с нами на сцене, ну, на сцене сидел Петров и Полетаев. Und ja, schon dann ja. So. Und es kamen immer welche, die Vorträge gehalten. Und einer war heiliger als der andere. Und jeder war heiliger. Да, более сильнее, чем следующий, то есть самый могучий, чем... Понимаете, каждый выходил и был сильнее, чем предыдущий, а я еще сильнее, чем предыдущий. И после 10-го человека примерно, я посмотрел, повернул, мы сидели на первой ряду, я повернул голову, посмотрел на публику, и все вот так вот сидели. Так висели все, то есть они засыпали. Das zur Lebensfreude, dann kamen die, ja, also wir mussten auf die Bühne, obwohl wir es gar nicht wussten. Мы вообще даже не предполагали, что сейчас назовутся наши имя и нас поднимут на сцену. Потому что мы не были готовы к этому. Dann hat sie erst aber angefangen, rechts-links-Verbindung zu machen. Когда мы сцену видели, что они действительно висели, вот, ну, засыпающие, очень много было людей, которые... колясках привезены были.
Я вчера с вами кое-что поделала, я решила вначале публику разбудить. И вот эти 400 человек начали делать то, что я показывала. И стоял такой звук смеха, и все проснулись, и все были в один момент, в одну секунду с нами. Поэтому я хочу вам сказать еще раз, абсолютная жизнерадостность – это очень-очень важный момент. То есть это очень большая информация для нас. Wenn man also diese drei Informationen dort hineingegeben hat, значит, мы на втором пункте сделали, что мы эту информацию, то есть три кодового слова, ввели в наше Солнце, которое напротив нас. Verändert sich die Qualität der Sonne noch? В этот момент изменяется квалитет Солнца. Это видно на третьем картинке внизу, что Солнце, или у вас на картинках тоже видно, да? Что Солнце начинает иметь от этой информации принимать цвет такой интересный. Das ist doch in der Farbe да, gestellt, то есть это цвет, цвета будет видно. Also die Vibration der Sonne verändert sich noch то есть вибрация Солнца еще меняется, еще становится сильнее. Als nächstes. Следующий пункт. Komprimiert man die Sonne ungefähr auf die Größe eines Tennisballs? Мы компримируем, сжимаем. Мы сжимаем Солнце и делаем с него размер как теннисный мячик. Und dieser Tennisball, den führen wir um den Körper herum. И этот теннисный мячик мы заводим. Мы заводим сзади позвонка, то есть сзади, наверх. In с этой информацией zwischen Hirn und hier in der oberen Halswirbelsäule hinein. Запускаем его в области, где мозг и вот эти позвонки шеи в организм, в сам позвоночник. То есть мы вводим в себя эту информацию Солнца через шейный позвоночник и между вот этим местом, да? Да. 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 Вместе с мозжечком. Вместе с соединением. Мозг. 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 Вы становитесь теоретическими. Без разницы. Вовнутрь все. Туда. Also, schaut, es geht herum und führt dann hinein. Also von der äußeren Wahrnehmung in die innere Wahrnehmung. Из внешнего во внутреннее. Und dieser Tennisball umschließt und durchdringt auch den Knochen, das Nervensystem. Это солнышко, которое по размеру как теннисный мячик, оно все поглощает, и нервные волоски, и позвоночник, ну все, что там связано, очищает. Да? Не очищает, то есть оно охватывает все. То есть дринт alles. Да, охватывает, проникает все и охватывает. Следующий шаг. Es wird insgesamt, wird die Sonne neunmal. Sich durch die Wirbelsäule bewegt. Солнце от верху до низа. Neun. Девять. Also. То есть таким образом один раз когда оно вниз спустилось, zwei, второй раз наверх. То drei, есть не так что вниз наверх один, то есть каждый шаг вниз один, два наверх, три вниз, четыре sechs, наверх, пять туда, sieben, опять наверх. Acht, also beim neunten Mal. То есть на девятом разе останавливается Солнце в тазобедренном суставе и копчике. Bleibt sie hier unten stehen? Оно останавливается там, так как девятый раз у нас внизу появилось. Hier im Osacrum, also im то есть Osacrum, это называется так по латыни. Крестец. Да. Osacrum, Oscoccygis, das Steißband unten. Und dort breitet sich die Sonne aus. Когда там на девятый раз остановилось, Солнце начинает опять расти. То есть становится больше, обхватывает вот этот тазобедренный сустав. Ja.
und fühlt sich, ihr merkt das richtig, wie das ganze Becken. Когда вы это будете делать спокойно, вы будете действительно чувствовать, что ваш тазобедренный сустав, как будто на сковородке сидит. Вот такое тепло хорошее, приятное пойдет. Wenn das geschehen ist, когда это произошло, все, согрели мы там все, информировали, мы опять солнце комбинируем, сжимаем. Я вам сейчас объясню, если мы сейчас один раз практически будем делать, dann важно, dann setzt ihr euch bitte ganz aufrecht hin, ohne an der Lehne zu sein. Ровно, не облокачивались к спинке. Und wenn die dann unten angekommen ist, и когда вы внизу прошли 9 раз, beim 9. Mal, то есть после 9 раза, dann тогда вы сделаете назад тело, чтобы мы знали, что каждый прошел. Потому что мы же не знаем, у каждого своя скорость. Dann muss ich nicht in jedem von euch hinein. Да. Тогда не надо мне каждого трогать и спрашивать, сделал ты 9 или нет. И важно, сейчас он это еще не сказал, когда вы сидите вот так вот прямо, важно, чтобы копчик приподнят был. Да, то есть вот этот, видите, копчик чуть-чуть, вот это правильно. Да, потому что если мы вот так сидим, все сжато, а мы хотим, да, приподнять. И когда 9 раз все солнышко погрело, вы 9 раз сделали, вы сели вот так, и тогда мы сможем дальше пойти с технологиями, окей? Чтобы, то есть с техникой, чтобы мы вас всех могли взять, потому что группа не маленькая. Wenn wir dann also jetzt die Sonne komprimiert haben, то есть мы после этого скомпримировали солнце, и оно у нас стало не теннисным мячом, а гольф-мяч. Lassen wir die um jedes einzelne Segment. Мячик, это солнышко, начинает спиральной формы каждый позвоночник ухватывать. Она поднимается медленно, без разницы, как по каждому позвонку она идет кверху. Hochziehen, 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 hochziehen. И она вытягивает. А когда она поднимается, она делает вот это движение, как позвоночник, ощущение, что ты становишься 2 метра высотой. Ihr dürft euch manchmal nicht erschrecken. Вы не пугаетесь, потому что происходило, что у людей как бы позвонок в этот момент вставал и может быть что-то какой-то шорт, да. Nächstes Bild. Dann. После того, как мы прошли вот эти спиральки по каждому позвоночнику. Tritt in Höhe von C1, also Atlas Axis. Там, где C1 позвоночник, оттуда выходит этот наш гольф-мячик, то есть солнышко размером гольф-мячик. Оно выходит оттуда. И 9 спиралей оно тянет наверх. То есть у каждого разные размеры. У кого-то эти 9 спиралей дошли до неба, у кого-то до следующей планеты. Просто понимаете, что 9 спиралей тянет это солнце наверх. Wenn er da oben angekommen ist, das kann sehr unterschiedlich sein. Bei der einen sind die 9 hier, bei der anderen sind die 9 hier. Das ist egal. Dann geht die Sonne in einer geraden Linie herunter. После этого спускается, после 9 спиралей, спускается солнце, то есть наш вот этот мячик, прямой линии назад, прямой, спирали. Hier im der и заходит в середину головы опять в организм. In den Körper ein. В организм. Durchdringt das Hirn, falls vorhanden. И проникает через мозг, если он есть. Если нет, тогда то все равно проникает. И спускается до TH8, то есть это примерно где солнечное сплетение. То есть он останавливается этот мячик после того, когда он прямой линии. Это Дома корреспондирует besonders stark mit dem Sonnensystem. То есть этот позвоночник он большой контакт имеет с солнечным сплетением, поэтому этот мячик или это солнце становится в этом в этой области. Das
Solarplexus. Habe ich gesagt. Solches Kriterium. Das wisst ihr, ne? Der wird besonders stark gebildet aus den autonomen Nervenfasern. Besonders Kriterien, с автономными нервными Nervus vagus, то есть там очень много специальных, да. Он находится сзади него. То есть солнечное сплетение находится за, как магом по-русски, вот это, Ардам, как это? Нет. Магом, как по-русски? Живот. Не, не живот. Куда положен желудок? То есть это солнечное сплетение находится за желудком. Очень многие думают, что оно перед, это не так. Das ist der Grund. Это говорит, warum eure Eltern? Это говорит, поэтому говорит, очень много, ну, раньше родители говорили всегда. Was gesagt haben? Говорили всегда. Nicht mit vollem Magen. Когда покушаешь много. Воду нельзя, холодную воду прыгать нельзя. Вам не говорили такое? Нельзя, как хорошо. Потому что желудок, он дает давление, удар на солнечное сплетение. И может сердце остановиться при этом. То есть на полный желудок нельзя прыгать в холодную воду. Давление желудка, оно дает удар на солнечное сплетение, которое лежит за ним, и может произойти неприятное известие. Это просто я вам скажу, сказал, чтобы вы понимали. Wenn hier bei Tobakal 8 seid, die Sonne doch angekommen ist. Das ist der Moment, in der Sonne остановилась у нас вот в этом месте, TH8. Dann breitet sie sich erstmal wieder über die ganze Wirbelsäule aus. И в этот момент Солнце начинает быть растягиваться, большим быть, большим на весь позвоночник, вот как на третьем листочке. Dann kommt wieder ein wichtiger Moment. И тогда очень важный момент мы делаем. Es wird wieder eine neue Information. Мы информируем опять вот это уже информированное солнце еще и одной информацией или двумя словами. Und zwar, erstens. Первое. Ideal sauber. Идеально чисто. Zweitens. Второе. Kristall sauber. Кристально чисто. Drittens. Третье. Göttlich sauber. Божественно чисто. Und diese drei Informationen werden dreimal laut ausgesprochen. Эти три информации, три кодового слова говорятся громко три раза. То есть три слова по три раза. Das ausgesprochene Wort. То есть громко сказанное слово. Immer noch mal eine etwas größere Kraft als das nur гораздо большое, с большой силой, чем подуманное слово. Deswegen seid vorsichtig mit поэтому dem, was будьте всегда аккуратны, что вы говорите и кому вы что желаете. Also, ideal sauber, идеально чисто, кристально чисто, божественно чисто. Und das wiederholt man dann entsprechend. Ihrer sagt das vor, dann auch von ihr spricht es einfach. То есть я вам скажу на русском три раза, то есть каждый раз будете повторять то, что за мной громко. И neu informierte große Sonne. Мы заинформировали солнце опять новыми кодированными словами. Wird dann nach einem Impuls, den ich gebe. И Томас даст вам импульс. Которую вам даст, это 1, 2, 3. Gleichzeitig. В один и тот же момент. In Überlichtgeschwindigkeit. Как это называется? Больше скорость, чем больше. Со световой скорости. То есть еще быстрее, чем свет создавая. Идет один импульс, то есть одновременно в середину Земли и в космос.
транспортирует все, что информация, все, что проработано из тела, из ваших систем. Поэтому в один момент одновременно идет импульс в середину Земли и импульс в небо. Dazu müsst ihr wissen. Вы должны поэтому знать. Da ist auch einiges los. У нее тоже немало проблем там. Dass die Fehlinformation. То есть неправильные информации. Sich unheimlich gerne in so paravertebral der Wirbelsäule hier aufhält. То есть садятся с большим удовольствием именно в этих позвоночниках. Weil es dort besonders schwierig ist, mit dem Bewusstsein hinzukommen. Потому что туда очень-очень сложно со своим сознанием войти, сознанием войти в эти места. Das ist in der Schulmedizin genauso. Это в школьной медицине то же самое. Wenn wir beispielsweise Herpesvirus, если, например, у кого-то вирус герпеса, герпес, правильно? Ja. Der bleibt in eurem Körper normalerweise. То есть он вообще остается в организме. Zieht sich in die Ganglien zurück. И прячется как бы в протоке назад куда-то. Und wird dann von eurem Bewusstsein und von eurem Immunsystem nicht mehr erkannt. И ваша иммунная система и ваше сознание его не может определить, в каком он месте. Und in dem Moment, wo ihr schwächelt. И в тот момент, когда у вас иммунная система немножко как бы ослаблена, bricht er wieder aus. Он начинает действовать. Deswegen ist es bei den Technologien häufig ganz wichtig, diesen Bereich besonders intensiv zu bearbeiten. Поэтому в технологиях всегда очень-очень важно именно это место активно и интенсивно прорабатывать. Ja, weil hier, so würde es Arkadi sagen, die bösen Wichte stecken. Ich weiß nicht, wie es Wichte sind. Böse Wichte, böse Zwerge. Arkadi, вы сказали, что именно в этом месте находятся злые гномики такого плана. Hier bei ihr seht ihr auch, wie wir hier einen wunderschönen Schulterschiefstand haben. Und auch ganz viel Information abgespeichert ist. Ja, also hier geht, also da ist die Technik ganz besonders nötig. Эта техника для нее очень-очень важная. Vielleicht sehen wir, dass jetzt sich das schon ausgeglichen hat. Вот сейчас говорит, смотрите, обратите внимание, сейчас уже ровнее немножко становится, но еще работы много. Ja, das ist passiert, wenn man jemanden anfasst und das nicht mehr ausschalten kann. То есть это говорит, у меня часто бывает, что если я с человеком работаю и его трогаю, то уже меня выключить невозможно.